и начинаю мою первую презентацию видео на продуктов Инюшина Виктора Михайловича. Хочу сказать впервые, что я не русская, это видно, потому что мой русский язык – это катастрофическая штука, но более чем менее я хочу поделить мой опыт с продуктов Инюшина, потому что думаю, что они, как сказать, очень важны для людей сейчас и в близкое будущее, потому что мы все имеем необходимость увеличить наш иммунитет, нашу способность защититься сейчас, в время, в котором мы живем. И я как терапевт и натюропат имею опыт его продуктов и хочу, прежде чем поблагодарить еще раз Инюшина, потому что он спас мой ребенок, моя дочь и тоже мой внук, да, потому что у нее была такая огромнейшая интоксикация разных продуктов, не буду вступать в деталях, но очень было опасно для ее, и когда она забеременела, потом это было еще больше опасно для будущего ребенка. Уже моего внука Кристиан уже более год с половиной, и у него все получается так хорошо, здоровье, все есть. Никаких аномалий нет, никаких недугов, никаких специфических болезней. И это я знаю, что случилось благодаря продуктам Инюшина и прежде чем гидроплазмой. Потому что я ее лечила, чистила прежде чем детоксикации гидроплазмой более 9 месяцев и потом еще 9 по всю времени беременности, да, и у меня такая необходимость, как сказать, я должна передать мой опыт всем, кем это будет нужно, необходимо, и еще побольше сейчас во времени таких угрозов, разных химических продуктов, которые мы не хотим, ухотим. Нужно подготовить наш организм, потому что это очень большие нагрузки. И будут будущие проблемы здоровья с многих точек зрения. Еще раз хочу прощения для мой русский язык. Это так не надо, не ладно говорить на плохом русском языке, но я болгарка, я не русская, и более 30 лет не практиковала очень много говорить по-русски, но делаю все, что необходимо, чтобы все, которые слушают это видео, поняли. Потому что это сущность, что важно, не форма, да? Спасибо.